В зоне отчуждения умру я, и вся моя здесь судьба. Да, Приморский бульвар, Одесса, Вільна Незалежна, 26 мая. Мы находимся в 50 метрах от Дюка, нашей достопримечательности, и нас туда одесситов не пускают. Хотя вот ясно показано, какая это зона, но теперь это зона повышенного риска для обычного человека, да, зона повышенного контроля. Поэтому все одесситы по эту сторону высоченного металлического забора. Нас в собственном городе, в собственной стране огородили и изолировали от... Ага, вон они, сливки общества. Хозяева жизни. Для которых все это и придумано. Да, еще раз повторю, тучи над городом. Тучи над городом встали. В воздухе запахло грозой. Красивые картинки, декорации со всех сторон. Полнейшие разрухи. Одно сделали, вокруг все валится нахрен. На каждую такую тряпочку, судя по тому, как такую же повесили в Киеве на Евровидении, там потратили что-то 5 миллионов, наша стоит, наверное, не меньше. Поскольку прецедент был, можно под это дело списать сколько угодно. Так. Передовая прогрессивная общественность потянулась, свезенная на автобусах во всей области. Лучше про себя. Можно про себя. Хорошо, стойте. Ну вам можно не так. Каково нам? С этого начинается. Если мы поговорим, то лучше не будет.